С соблюдением всех антиковидных мер, дистанция, маски, дезинфекция и проверкой QR-кодов пройдет уже 7-й по счету географический диктант. Это международная просветительская акция, которая проводится по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина с 2015 года. В Губкинском диктант будет проходить в городской библиотеке 14 ноября в 12 часов. Для того, чтобы принять участие в географическом диктанте, нужно оставить заявку в Google форме. Она у нас размещена в наших социальных сетях, в библиотеке Губкинского. Нас очень просто найти, там оставить свои контактные данные и, конечно, прийти 14 ноября в 12:00 в модельную библиотеку. Участникам будут выданы бланки, состоящие из 40 вопросов. 10 вопросов это будут такие общие, всеми известные факты о географии, а 30 такие на логику, эрудицию. Каждый участник получит сертификат, а результаты можно будет узнать на сайте Русского географического общества уже 6 декабря. Кстати, там же на сайте можно написать и сам диктант, поэтому не упустите возможность проверить свои знания в области географии.